Чуть больше недели осталось до масштабного молодежного форума, который соберет артистов из разных уголков страны. 23 сентября в Барнауле стартует Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. Открываем мы фестиваль. Наши гости, наши друзья – это Новосибирский драматический театр под руководством Сергея Николаевича Афанасьева. И они нам покажут спектакль «Ревизор». 25 числа мы показываем свой спектакль «Вишневый сад». Он тоже в конкурсе. И очень-очень хочется поддержки наших зрителей, нашей публики. Первый фестиваль прошел 2 года назад, и если тогда это был театральный форум с показами спектаклей без каких-либо номинаций, то теперь это конкурс, где участники будут бороться за призы и дипломы. Лучшую мужскую и женскую роль персонажа второго плана и лучшую режиссерскую работу определит профессиональное жюри, возглавит которое народная артистка России Ольга Дроздова. Вместе с ней оценивать коллективы будут театральные критики Валентина Головчинер, Елена Кожевникова и многие другие. Кстати, попасть на спектакль фестиваля сможет любой желающий. Главное заранее приобрести билеты, а их в кассах театра осталось уже не так много.